Волейбольный клуб «Газпром Югра» одержал третью победу подряд в российской суперлиге и поднялся в зону плей-офф. В 21-м туре чемпионата России наша команда гостила в Уфе. Матчи против «Урала» практически никогда не заканчиваются в трех сетах. Так вышло и на этот раз. Сургутяне провалили начало встречи, но исправились во второй партии. В третьем сете снизилось качество передач. У хозяев напротив разыгрались крайние нападающие. По ходу четвертой партии югорчане добыли двухочковое преимущество, которое сохранили до конца игрового отрезка. К середине короткой пятой партии гости с той же разницей поменялись сторонами площадки 8-6. Но уже через пару расстановок вперед вышли уфимцы. Баланс удалось восстановить, и начались качели, которые в итоге склонились в сторону Югры. 17-15 в партии, 3-2 в игре. Следующий матч уже в воскресенье на площадке «Премьер-арены» сургутяне примут красноярский «Енисей». Мы сняли проклятие пятых партий, наконец-то, на 16-й раз, да, вот. Все ребята молодцы, а по игре сегодня выигрывал тот, кто меньше ошибался, то есть каждую партию, кто меньше делал ошибок в каждой партии, тот эту партию выигрывал, и каждая партия так она и длилась, поэтому нам немножко повезло сегодня в пятой партии, мы сделали меньше ошибок, поэтому выиграли. Плохо проиграли, да, по игре тоже были провалы и... Не очень все удачно где-то складывалось, да, но опять же концовки, да, где-то упустили свои шансы именно в пятой партии, да, именно на больше-меньше не смогли завершить атаку, контратаку, но тем не менее противник, противнику удалось больше.